Новгород. Ой, как мы к вам ехали весело, задорно. Здесь нас принимали, да тоже. Угощали, пиво наливали. Места у вас тут такие прям вкусные есть. Ну и, конечно же, с таким хорошим настроением сегодня все мы вот надеемся проведем этот прекрасный вторничный вечер. Как у вас настрой? Невероятные, гостеприимные, открытые сердцем и душой люди. Я всегда очень люблю приезжать в ваш город. Ну, а мы с Ваней Королевой начинаем наше... Пошлите, ты... Спасибо большое, спасибо, спасибо, спасибо. Обязательно, обязательно передам. А мы начинаем наше такое ягодное путешествие в Зубе. Или нет?
Я говорю, и берега моста.
осень. Осень прекрасная для меня пора, потому что именно осенью в моей жизни появляются люди невероятные, люди творческие, талантливые. И, конечно же, вот осенью Игоря Николаева повстречала. Осенью вот Михаила Подсвернева, песня, которая сейчас прозвучала, тоже познакомились осенью. Вообще все. Да и Тарзан тоже, кажется, осенью дело было. Ну, в общем, осень отличная пора лично для меня. И знаете, вот ваш город, я не могла не сделать какой-то такой особенный, чтобы этот концерт, вечер был особенным, чтобы был какой-то сюрприз. И сюрприз будет не один. Но вот сегодня здесь, на эту сцену, я хочу пригласить одного парня, который очень скромный, который стесняется и просто фактически будет исполнять эту песню, потому что, ну, очень любит свою маму. Спасибо!
Yeah.
маленькая девочка взяла гвоздь и на лакированном пианине выцарапала Наташа Королева. Мама, думаю, конечно, была в трансе. Но у девочки у этой была мечта. Она любила песни, прекрасные песни про ласточку, про маленькую страну, про желтый чемоданчик. И мечтала когда-нибудь быть такой же большой артисткой, как вот эта там выцарапанная на пианине Наташа Королева. Она идет по жизненному пути, она трудится, она делает большие успехи. И эта девочка сегодня стоит на этой сцене рядом со мной. Я считаю, что у нее все еще впереди. Мирдан. Это наша Анечка. Наша Аня Егоршина. Любовь всего нашего коллектива. Мирдан, пожалуйста. Она ваша землячка, она из Нижнего. Она несла свою мечту. Хотя бы познакомиться с этой Наташей Королевой, какой-то такой далекой. Но любая мечта, она рано или поздно сбывается в жизни. Мы с Анькой придумали интересный проект. Он называется «Poppin' Band». Он очень юмористический, он очень актерский, потому что Анюта обладает, ну, большим талантом, и она должна этот талант реализовывать. И мне бы очень хотелось, чтобы она сегодня исполнила для вас ее песню. Это была премьера не так давно, очень красивый клип. Пожалуйста, зайдите на YouTube и посмотрите, какая у нас Анька красотка. В общем, для вас, для своих земляков, сегодня поет наша Аня. Под ваши бурные аплодисменты! Thank you.
16 лет поверила в счастье, которого нет. А кто она, как ее зовут, благодарен старый Бог. Вот она, ты с улыбкой свой, ее избранник, ее герой. Сказал спокойно, давай с тобой, мы будем просто друзья. Синие лебеди, светлые сны, молодые птицы, волшебные сны, то мы обманываем.
ножки, мы поиграли в ножки. Спой, гадыш, Наташку рассмеши. Девчонка, ножки, поиграй немножко, сколько от души, девчонок, рассмеши. Слезы.
свидания.